Я супергепард. Я могу перелетать с одного города в другой город за одну секунду. И также я умею перепрыгать на дерево за одну секунду. И еще я умею, если захочу, полететь в космос. Я суперврач. Одним прикосновением руки могу лечить страшные и сложные болезни. Еще я людям могу делать, чтобы они были веселыми, позитивными, хорошими и добрыми. Всем, кому нужна моя помощь, обращайтесь ко мне. Пока-пока, я полетела спасать людей. Здравствуйте, меня зовут Ильина Аврора Игоревна, и я супергерой. Я супергерой Эластика. Один раз котенок застрял на 20-этажном доме. Сначала я дотянулась ногой, потом дотянулась рукой, но никак не получалось. Ну, наконец-то я достала бедного котенка и доставила хозяевам. Всем пока-пока! Меня зовут Аврора. Всем привет, меня зовут Маша. Мой любимый супергерой – это Леди Баг. Она спасает город от опасностей. И у нее есть суперсила. Она может из своего шара... Она может превращать свой шар в любую полезную вещь. Эх, вот бы и мне такие суперсилы. Я уже немного умею этими суперсилами. У меня есть суперщетка от Леди Баг. Я ей помогаю маме по дому, и когда я ей помогаю, она мне говорит, что я прям настоящий супергерой, и именно Леди Баг. Меня зовут Панёва Капитолина, и я супергерой. И если бы у меня были какие-нибудь суперспособности, я бы хотела обладать суперспособностями. Я бы хотела понимать язык животных, потому что обидно, когда маленький котенок мяучит, а ты не понимаешь, что он говорит. Я очень хочу обладать такой способностью. И очень обидно, когда жесткие люди ставят капканы, и на эти капканы попадаются звери. И если бы я была супергероиней, я бы хотела прекратить это все. Всем пока, до новых встреч. Меня зовут София Михайлова. И я супергерой. Я люблю взбираться по канату очень высоко. И это у меня очень хорошо получается. Я еще занимаюсь флейтой. И я очень люблю флейту, потому что флейта, она очищает организм. Еще я знаю испанский. И я скажу вам кое-что. Hola, me llamo Sofía. Tengo 7 años. Vivo en la Rusia. Adiós. Всем привет, меня зовут Таисия Васильева, и я умею делать всякие разные способности. Мыть полы, делать уроки и кушать. Почему я так хочу делать? Потому что, чтобы все было чисто, и чтобы я была наедая, и... У меня все было сделано, и чтобы я могла гулять сколько захочу, да хоть поехать в Москву. Всем пока! Я супергерой, суперкошка, и я бы хотела обладать суперспособностью. Знаете какой? Суперспособностью увидеть будущее, а вдруг в каком-то здании, например, в здании искусств, загорется пожар. Всем пока, до новых встреч. Всем привет, я самая настоящая героиня. Меня зовут Пчелка. И я спасла целый улей от медведя. Медведь хотел съесть мед. Я взяла улей, повесила на самую высокую ветку. И медведь не достал. А еще я умею делать 3 дела сразу. Мыть пол, делать уроки и слушаться родителей.
До новых встреч! С вами была Пчелка! Пока! Всем привет! Меня зовут Супердевочка 2018. Я могу летать и всех одолеть. Никто меня не одолит, потому что я могу очень сильно летать. Никто меня не одолеет, потому что я всех могу повредить своими способностями. А способностями у меня такие. Я могу летать и никогда не ошибаться. Я могу очень хорошо видеть издалека. Никто меня не сможет стукнуть, потому что я очень сильная. Меня зовут Суперлисица. Я защищаю людей от опасности и помогаю Леди Баг и Суперкоту. Я дую флейту, у меня все появляется как по-настоящему. Но если кто-то его тронет, оно исчезнет. Я Суперкоза, могу из своих рог молнию пускать. И могу злодеев своими рогами, молниями, ударить. И еще я могу своими копытцами сделать дожди. А еще я могу быть суперпушистым. И все. Я Суперкот. У меня есть 3 способности. Катаклизм. Могу летать на своей железной палке. И прыжком кувыркаться. Я Супер Маша из мультика «Маша и Медведь». Я могу играть, бегать и кричать очень громко. Пока, я пошла играть. Всем привет, меня зовут Лиза. Я супергерой. Я могу сделать из дождя солнце. И когда человек в беде, я могу его спасти. Всем пока, я пошла спасать людей.